Привет! Привет, какая обстоятельство! Сегодня ты открываешь посылки! Открываем посылки, да! Мы сегодня опять были на почте, и сегодня мы забрали 9 посылок! Будем открывать их по очереди! Андрюха очень хотел эту посылку открыть. Он ее уже почти открыл в машине. Мы еле договорились. Давайте посмотрим, что там внутри. Может, там какая-то... Что там у Андрюши? Это цветочек. Ух ты, ух ты! Мама заказала цветочки в вазочку. И вот они пришли, такие красивые, белые. Цветочки для интерьера. Вот такие цветочки пришли. Я хочу понюхать. Ты хочешь понюхать, Андрюша? Эти цветочки не настоящие. Ты можешь их понюхать. Как у напалит. Ну, запаха у них неприятного нет. Они очень приятные, мягкие на ощупь, почти как настоящие. Вот такие вот калы. Вкусно пахнет. Вот такие цветочки. Ну что, давай, Риша, выбирай, какую ты посылочку будешь открывать. Открываем следующую посылку. Вот эту, да? Хорошо. Ну, ты одну открыл, теперь Ариша будет одну открывать. Я не знаю, подожди, я еще не разрезала. Там будет Ариша открывать посылочку и будет смотреть, что там внутри. Это моя! Аришенька, открывай, что там, доставай. Начинаем, Ариш, что там внутри? Вот он. Тебе не получается достать? Да. Давай потянем, я потяну за пакетик, а ты доставай. Пип-пип-пип. Доставай коробочку. Что это за коробка? Это твоя коробка? Да. Давай посмотрим, а что в коробке? Там. Давай посмотрим. Коробочка. Ага, это такая машинка для убирания катышков с одежды. Да. Ариша будет открывать коробочку. Что там внутри? Вот это моя музыка. Нет, это, Андрюшенька, это коробочка, в коробочке машинка, которая убирает катышки с одежды. Это когда одежда стала портиться, но еще вроде не совсем испортилась. Вот такая интересная штука. Открываем, открываем. Сверху открываем тоже коробочку. Вот. Вот, какая классная штука. Коробочка. Интересно, она, наверное, на батарейках работает? Нет. Давай-ка посмотрим. Нету батареек. Нету батареек. Значит, надо вставлять батареечки. Вот маленький контейнер, куда склад собирается вся ненужная. Все ненужные ворсинки. И вот кнопочка on-off. Я. Ну что, вы готовы? Открываем следующую посылку. Эту открываем. Так, Андрюша выбрал вот эту коробочку, вот этот пакетик. И потом эту, да, Ариша, держи пакетик. Будем открывать сейчас Андрюшу, но потом твою. Мама, тут почти нам. Это там написано, что это посылочка нам. Открывай. Эту. Это Аришина. Покажи, что это там? Это пледик. Пледик? Нет, это не пледик. Что-то другое, давай посмотрим. Пледик? Нет, не пледик. Пледик? Мама пледик не заказывала. Я думаю, что это что-то другое. Какое? Что это? Ой. Это пледик. Это тряпочки. Что? Убирать, да, вытирать пыль. Пыль. Да. Пыль. Тут там плед из 5 штучек. Разноцветные тряпочки. Вот. Это фибротряпочки разноцветные. Пыль.
И синяя, да, синяя, оранжевая. И желтая. Желтая, голубая и розовая. Вот пять штучек. Розовая. Да, розовая. Арине розовая понравилась, да, Риш? А мне понравилась желтая. А тебе желтая понравилась, да. Вот такие тряпочки новые. Будем вытирать пыль. Будете маме помогать вытирать пыль? Нет. Открываем следующую посылочку. Ариша выбирает, какую открывать. Эту. Ариша эту выбрала. Ну, давай, ножнички. Ну, а открытая она. Где? Вот. Андрюша, это не открытая. Это тут сколько уголочек. Смотри. Смотри, это вот был уголочек. Вот я сюда ручку просунуть могу. Это просто сгиб пакетика. Пакетик согнули и заклеили, поэтому ничего открытого у нас нет. У нас все закрыто пакетик. Ариша, открывай и смотри, что там внутри. Что там, Андрюша, ты поможешь Арине? Что она там? Ого, опять что-то запакованное. Что это там? Огуречек? Да. Не может быть. Какой такой огуречек? Она пришла. Это какая-то палка. Ух ты. Ой, какая палка. 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 Это такая палочка. Тут такие острые гвоздики. Да, отбивание мяса. Чтобы не стучать сильно молоточком, будет прокалываться мяско такими острыми гвоздиками. Мама, а там вот эти... Вот так вот буду, чик-чик-чик буду отбивать мяско. Посылки. Посылки не буду, это я попробовала только. Так буду мяско отбивать. Вот такая черная у нас палочка. Черная. Черная, да, черная палочка. Ну что, девки, давайте открывать следующую посылку. Андрюша выбирает. Огромную. Огромную. Андрюша выбрал огромную посылку. Ариночка, давай-ка сначала Андрюшину посылочку откроем. Огромную. Да, Андрюша уже давно хочет огромную посылочку. Знаю. И я знаю, что там. И я не знаю, что там. Все закрыто. И эту. Ой, это мои домой. Это мои! Мамины? Я мои. Твои? Да. Ну, давай посмотрим. Может, мамины? Я мои. Это длинные. Это длинные штаны. Это а мои. Штаны необычные. Обещано было, что штаны будут с утеплением. Вот он утеплитель. Мама, это мой, который я вижу. Нет, это чтобы тебе зимой холодно не было, вот такое утепление, гулять на улице. Там что-то мягкое, это теплое утепление. Тут есть ложные карманчики, а вот здесь настоящих два карманчика. Ну, как раз ходить возле дома в прохладную погоду самое то. Открываем следующую посылку. Ариша выбрала. Ты какую выбрала? Эту. Вот эту. Давай. Так, Орешек выбрала нам посылочку. И мы сейчас посмотрим, что там внутри. Ариша, что там? Андрюш, смотри, что это там Ариша достает? Вот. Ой! Ой-ой! Это молоко! Провода! Вот это да, давай посмотрим, что это тут такое. Кабельный салат. Кабельный салат. Ну да. Надо же. А, это мамина. Мама заказала себе купальник на пробу, а вдруг попадется правильный размер. Мой! Мамин. Мамин. Мамин оранжевый купальничек. Ходить в бассейн мама хочет купаться. Мама, тут что-то мягкое, да. Это мягкое, а я думаю, это провода. Это не провода, сыночек, это завязочки, чтобы купальничек мама не потеряла, надо завязать завязочки. Я думаю, это провода. Ты думал провода, вот это да. Провода?
оказались в купальничках. У нас осталось 3 посылки. Да, сейчас... один, два, три. Да, 3 посылки. Сейчас Андрюша на очередь выбирать я посылку. Я хочу эту. Ты хочешь эту. Открываем. Андрюша выбрал у нас себе. Белые. Все белые пакетики в этот раз. Все. Все пакетики. Все. Чик-чик, ножнички. Андрюша. Андрюша, сюда. Андрюша, сюда покажи. Это какой-то это тут бантик. Вот он. Ну, Андрюш, смотри, я... это кому? Это... Как ты думаешь? Это мне. Тебе? Покажи, да. Что? Как ты думаешь, что это за бантик такой? Это не бантик. Это не бантик? Это такая маечка с бантиком. С длинными рукавами маечка. Это моя. Твоя, да. Тебе это... будет маечка с бантиком для красоты дома ходить. Чуть-чуть я хочу. У качелку хочу. А, ты пойдешь на дискотеку, у тебя будет новая маечка. Да. Отлично. Нету. Давай отрежем. А, ты нет. Уже сам себе все отрезал. Я сильный. Ты сильный, конечно. Сильнее. Конечно. Ты хочешь примерить? Ну давай примерим. Мы примерили маечку. Вот такая вот смешная маечка у нас с бантиком и разноцветными рукавами. Ну, давайте открывать. У нас осталось 2 посылки. Это. Эту Ариша выбрала. Хорошо. А потом это я? Ну, вот так получается. Подожди, малышка. Ариночка, подожди, малышка. Что-то красное. Что это там красное? О, это Аришина. Аришина. Аришина? Ну, открываем пакетик. Ух ты! Ариша, это шапочка! Это мой! Это я буду зима вот! Рюша, это платье! Вот. А это шапка! Это шапка! Ариша у нас будет... Ариша будет у нас гномиком будет, да? Не, она будет зима вот! Она будет тогда Снегурочка, да? Помощница Дедушки Мороза. Не, она... Не будем Снегурочкой, а только Дед Мороз. Ну, только Дед Мороз у нас дядя, а Ариша-то девочка. Может быть, Ариша будет все-таки гномиком? А я буду Дед Мороз. Хорошо, тогда ты будешь Дед Мороз. Ты тоже хочешь померить? Да. Хорошо, давай померяем. Гномик, Ариша. Ну что, у нас осталась последняя посылочка. Мы будем ее открывать. Я буду. Ты будешь открывать. И ладно. Губа. Давай посмотрим, что там у нас внутри. А баллоны нет. Я осторожно, очень осторожно. Не поедем в пальчик. Хорошо, я буду осторожна. Ой, это Аришина. Ой-ой. И моя. Это какие-то тоже тряпочки оказались. Тряпочки похуже качеством. Какие-то все мохнатые. Тоже для уборки. Я хотела, чтобы, ну, для полировки. Ариш, тебе нравится со звездочками? Да. Да, ну вот такие мальчики. А я шелая. Тебе вот это понравилось. А мне тогда в полосочку, да? Да. Хорошо, договорились. Ариша со звездочками, тебе серая, а мне в полосочку. В полосочку. Это твой шарфик? Да. Отлично. Похоже только. Похоже только, да.
Ну вот, мы открыли все наши посылки. Теперь пришло время прощаться. Да-да-да. Да, лайк и подписывайтесь на канал Адуша и Алиса.